еще один день быть в доме его. Я прочитаю только одно место из Священного Писания, и мы будем молиться. Хочу привести нас к молитве. Но перед молитвой я желаю поделиться несколькими мыслями. Это будет записано с третьей книги Царств, 19 главы. Я думаю, даже дети знают эту историю. Я не хочу говорить что-то новое или не буду говорить что-то новое, но просто для нашего ободрения, чтобы прийти к одному целю, к одной цели, чтобы молиться. И вот эта история об Илье. Это будет, я думаю, с восьмого стиха. «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья?» Вот я думаю, мы знаем многие такие места из Библии, когда Бог спрашивал, когда Он встречался с людьми, Он их спрашивал, что ты хочешь, или для чего ты здесь, или что ты хочешь от меня получить. Мы видим это, когда Иисус ходил по земле, Он спрашивал, что ты хочешь. И здесь также и Господь спрашивает Илью, что ты здесь, Илья? Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не ветре Господь». Я хочу немножко возвратиться к этому слову. Илья говорит, вот пророков твоих убили, жертвенники разрушили, вот я один остался. Я думаю, не только Илья испытал это в своей жизни или испытал в этот момент. Я думаю, мы все испытали такой момент, где мы думали, вот, Господи, я один только служу Тебе, и Ты видишь, все отступили от Тебя, не служат Тебе, я один. И Илья в такой ситуации, вот я один, Господи. Но мы знаем, что это, я думаю, это враг иногда посылает на мысли, что ты один, нету другого, зачем тебе служить Богу, ты один. Бывают такие моменты. А потом дальше говорится, что после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господе. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое мелочью своей и вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья, снова? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, поди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила и царя над Сирией, а Иуя, сына Намесиина, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь пророка вместо себя, ибо убежит от меча Изаилова того, кто убежит от меча Изаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобзали его. Возвращаясь к Илье, я думаю, мы здесь можем увидеть три категории людей. Вот мы видим Илью, мы знаем, что есть 7000, которых соблюл Господь. Когда Илья думал, вот я один, но Господь говорит, послушай, Илья, ты не один. Есть там где-то, может, ты их не знаешь, они не видны тебе или другим людям не видны, но там есть, где-то там вдалеке, может, в своей комнате они там закрыты, но они есть, я их сохранил, я их соблю для себя. И есть
потом еще те, которые не сохранили свой завет, не сохранили завет с Господом, которые преклонили свои колени пред Валом, которые лобзали вот эти идолы. И вот эти категории мы сегодня видим. И я думаю, мы можем увидеть себя. Часто мы думаем, что мы одни служим Господу, но когда мы приходим в Дом Господний, мы понимаем, что это неправда, что действительно есть те. Мы не знаем сердца, что Господь там за комнатой какой-то делает свою работу, потому что там стоит на коленях какой-то человек. Или там 7000, образно говоря, которых Бог сохранил. Вот наш Бог, Он сильный Бог. И Он не даст, чтобы сатана погубил церковь. Мы помним, что есть еще слово в Библии, где говорится, что «Я создам церковь, и врата ада не одолеют». И если даже враг будет пытаться врываться в церковь или пытаться унести или, так сказать, забрать всю молодежь, я уверяю, что у него это не получится. Потому что у Господа есть те 7000, которые Он соблюл, образно так говоря. Господь, Он предлагает нам сегодня, вот, я предлагаю тебе общение со мной. Я предлагаю тебе, чтобы ты, как Илья, возревновала Господи, чтобы ты, как те 7000, не преклонил колени пред Ваалом. Я предлагаю тебе, ты можешь это избрать. Если ты не изберешь, я найду другого. Это не то, что просто дьявол украдет и все. Нет, наш Бог силен. Он найдет другого. И потому говорит в послании, что в одном месте написано, что смотри, держи тот венец, который имеешь. Смотри, чтобы кто не восхитил венца, смотрите, чтобы кто не восхитил венца вашего. Потому что мы имеем награду, мы можем получить что-то, но если мы это не сохраним, оно не просто исчезнет, другой может просто ее восхитить. Это не то, что Бог просто теряет какую-то силу. Наш Бог силен, и он не отдаст какую-то силу свою, какую-то славу дьяволу. Нет, он имеет своих людей. Но ты и я, мы сегодня делаем выбор. Или быть, как те, которые преклонили свои колени пред Ваалом, или быть, как те 7000, или как Илья, которые взывали Господу, которые сказали бы: «Господи, я возревновал по Тебе, я хочу Тебя. Может, у меня не получается иногда, но я хочу. И вот, может, я боюсь каких-то там царей, которые развратили Израиль, но, Господи, Ты видишь меня, я сейчас в пещере, я ищу Тебя». И сейчас мы преклоним свои колени пред Господом. И давайте попросим у Господа: «Боже, сойди на сие место сегодня. Мы возревновали по Тебе, потому что мы пришли в эту пещеру. Мы пришли в Дом Твой, Господи. Мы хотим слышать Слово Твое, Боже. Скажи нам». Может, это будет каким-то образом. Мы не знаем, каким образом. Но скажи нам, мне Слово. Скажи каждому из нас Слово. Мы возревновали по Тебе. И да благословит нас Господь. Помолимся. Аминь. There's nothing worth more that could ever come close
Господа, братья и сестры. То, что ту благодать, которую Бог дает, я не знаю, если мы могли бы даже заслужить, можно так сказать, если мы даже были бы самыми лучшими, может, людьми, сделали бы самые лучшие дела, все равно даже близко мы бы не подошли к, вот, чтобы, к тому, чтобы заслужить вот эту благодать, что Бог дает. Это, в эти времена это чудо просто, то, что Бог делает в наши дни. И очень-очень-очень важно, чтобы наша жизнь, которую Бог нам дал, чтобы нам вот эту благодать использовать правильно. Она дана Богом не просто так, а для какой-то цели в каждом из нас, в каждой жизни. Я не знаю, как вас, но у меня вчера так день прошел чудно, я просто в конце дня так понял, вот жив Господь, жива душа моя, когда вот Господь именно действует в жизни. И вот когда жизнь наполнена Богом, наполнена Его благодатью, наполнена вот этой милостью, стоит жить. Многие люди стремятся, хотят вот это познать смысл жизни, познать вот эту как бы цену всего. Бог нам открыл это. Я хочу одно место прочитать, оно также важно в нашей жизни. Оно записано в Евреям, 13 главе. Евреям 13 глава, и тут 8 и 9 стишок. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И дальше. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Тут немножко в контексте так пишет об этом, то, что, может, евреи тогда в то время действительно это народ, который служил Господу, но который, можно так сказать, формально служил Богу, но который оставил Бога полностью. Мы одну песню пели вот перед последней хором, то, что как бы вот жизнь — борьба, света с тьмой, надо мной и над тобой. Там в конце такие слова тоже, что вот Бог, ну, в своих словах, может, Бог дал нам возможность быть святыми. Он нас вел как бы ночью как бы столпом огня, а днем столпом облачным. Как там в песне пишет, что именно Духом Святым вел. Вот Бог являлся тогда, но кроме того, чтобы люди увидели вот эти явления, они не увидели самого Господа, кто стоял за этим огнем. Все те старшие поколения, оно умерло тогда. И молодое поколение, которое тогда взошло, которое тогда выросло, по благодати Божией оно наследовало землю. Вот открылся Господь нам по благодати, чтобы нам познать Его. И Господь вчера, сегодня, вовеки тот же. Он сегодня действует, но Его действия не назначены на то, чтобы нам видеть столб облачный или столб огненный. Но чтобы, как тут пишет, учения различными и чуждыми не увлекайтесь, или явствия какие-то, а чтобы благодатью укреплять сердца. Все послание римлянам, оно описано о благодати, о законе. Там я не буду пояснять точно, что такое благодать, что такое закон в этом смысле. Мы все знаем это хорошо. Но в чем смысл, что тут апостол Павел так поясняет то, что есть учения, которые распространяются. Многих много было там, мы знаем тоже таких как бы преданий отцовских, которые в то время были. И были также явства, то есть пища, которая была, которая так была важна для евреев, которая, можно сказать, решала, ты святой, не святой, ты служишь Христу, ну, как бы Богу в то время, служишь Богу или не служишь Богу. И апостол Павел тут пишет, что вот Христос какой был, Он есть. Вам нужно понять, какой Он был, потому что вы это не поняли. Христос являлся, и Он хотел, чтобы вы Его увидели в Духе, в истине. И чтобы вы поняли, что все те дела, которые Бог делал, они написаны не для того, чтобы познать только Его дела, познать, что Он может делать, какой Он сильный, а чтобы благодать укреплять сердце, а чтобы то, что в нас внутри, наше сердце, оно было основано не на знаниях, не на учениях, не на каких-то обрядах или пище, но чтобы оно было основано на Христе. Вот часто мы как бы немного как бы путаем, на чем нам утверждать наше сердце. Часто мы ищем действительно проповедников сильных, мы ищем какие-то помазания как бы Духа Святого, чтобы укрепляться сердцем. И потом проходит несколько времени, и мы находим, что мы где-то потерялись, что мы где-то прошли, и мы как бы уже не удержали того, на чем мы утверждались. Почему? Потому что утверждение было не на правильном основании.
Недавно у нас с молодежью был Илим, и мы такой как бы выезд на океан, мы называем его Илим. Что мне там понравилось тоже, одна такая мысль, нас там приходили братья, посещали нас, благословили всех, молились, такое чудо тоже было. Тоже чудно, Господь благословил нас тоже там. Спасибо также за ваши молитвы. Пусть Господь воздаст всем, кто молился также. Но что важно также, что мы там рассуждали о пробуждении. От чего оно является, каким образом оно приходит, что оно такое вообще, и как бы каким образом участвовать в нем, или вообще возможно ли это. Одно из мыслей таких мне понравилось очень тоже, что бывает такое вот, что сеется семя в землю, и оно возрастает там, и потом оно дает плод. Но иногда, когда получается, нам сеется семя, то есть в нашу жизнь, и приходит вот эта благодать, но мы часто ее строим как бы в начале на какие-то эмоции, на что-то такое, что, можно сказать, не приносит плода абсолютно. Плод, который он приносится не сразу, а он приходит со временем, он приходит в терпении, можно так сказать. Когда действительно мы в жизни, как бы что-то у нас засеялось, Бог дал нам какую-то вот благодать в наше сердце, вот через Христа оно пришло, потому что Он погиб за нас, Он пришел, Он даровал эту милость. Через Него мы имеем вечную жизнь. И каждый день Он дает эту благодать. Но когда Он ее нам дает, что самое важное? Как укреплять сердца этой благодатью? Когда семя сеется, оно что делает? Оно возрастает там. Важно, чтобы благодать, вот это, которую, вот это семя, которое Господь нам насевает в сердце, оно произрастало. Чтобы оно меняло сердце наше. Чтобы, когда то семя сеется, оно вначале, может, мы получаем часто откровение от Господа. Мы получаем наполнение Духом Святым сильное часто. Когда мы что-то днем где-то что-то делаем, мы видим, что с нами Господь, мы благословляем Его, то есть Он нас благословляет. Мы наполняемся Его радостью, присутствием. Но что важно, чтобы нам не основываться на этом, а чтобы вот это, что Бог даровал, нам поставить себе вот в основание. Чтобы, допустим, часто, когда нас наполняет Дух Святой, у нас радость такая, и мы в то время мыкаемся, потому что мы понимаем, что нужно делать. Мы мыкаемся, Господи, вот прости, вот там я не поступил, там вот это сделал, тут Ты показал мне, вот Боже, спасибо Тебе. Важно в то время не вот эти чувства вовлекаться, строить на них основания. Вот все, я вот теперь, Господь меня осветил, я теперь святой, и чудное все. А вспомни, что тебе Господь говорил в это время. Вот это возьми, и когда чувства пройдут, ничего не останется. Основание положи на этом. Плод, который приносится, он приносится в терпение. Через несколько дней в тебя уже не останется чувств, но тебе останется основание. Какое? Бог даровал благодать. Он тебе открыл, Он тебя как бы просветил насквозь. Теперь тебе нужно это взять и поставить себе в основание и жить этим. Тут в израильском народе, тут тоже пишут, что как бы учения различные, чуждые, не увлекайтесь. Часто какие-то мы ищем учения, когда мы как бы можно жажда такая у нас духовная. Как что-то мы ищем, какого-то нового откровения, какого-то нового слова, чтобы Бог открыл. Но апостол Павел говорит, хорошо благодать укреплять сердца. Бог уже открыл нам много. Наше основание должно быть на этом устроено. Почему мы не утверждаемся в то время, когда мы нуждаемся? Мы не вспомним то, что нам Господь открывал, и то, что Он посылает нам даже сегодня в песнях, в всех местах, где мы есть. И также тут тоже пишут, укрепляйте сердца неяствами, то есть пищей, которая тогда тоже важна была очень, там, что есть, что не, что кушать. Там идольские как бы жертвоприношения были, там что важно также. Но о чем апостол Павел говорит? То, что Бог вовеки один и тот же. Христос, который сейчас нам открылся, можно так сказать, Он и тогда когда-то был такой, но просто сейчас Он больше даровал нам познание вот этой благодати, чтобы нам расти. Есть одно такое место, я хочу немножко один пример тоже навести, но вначале прочитаю, оно в Римлянам написано. 5 глава, 20 стишок. Римлянам 5 глава, 20 стишок. Тут чуть-чуть так больше описано. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Вот без закона мы не знали бы греха, действительно. Потому что законом открылся грех, мы познали, вот это грех, это не грех, это хорошо, это плохо. Но благодать дарована Богом также через Духа Святого.
Когда наши сердца знают что-то как бы плохое, хорошее, как важно, чтобы нам не утверждаться вот то, что вот это делать хорошо, это плохо, как бы только на слове, можно так сказать. Но чтобы у нас было духовное различие. Вот Бог нам открывает часто, и мы не понимаем иногда, почему это плохо. Вот хочется что-то сделать, но не получается, потому что Бог говорит, вот, или в сердце, или просто ты понимаешь в Духе Святом, неважно это. И ты не понимаешь иногда, но утверждаясь на, действительно на Боге, на Его Слове, Бог даст тебе понимание в то время, когда нужно. Просто вот тут что пишут так же, что когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Я вчера немножко был в гостях, и там одни старички такие, как бы там уже, не знаю, сколько ему лет, уже 70 или где-то, она чуть помоложе, правда, жена. И, в общем, чинила им компьютер. И прихожу туда, в общем, они тоже такие уже постарше, но пользуются, умеют, как бы там, как бы служения какие-то смотрят, там еще что-то, там и что-то там не работало, в общем, починили. Но просто в чем смысл? То, что часто, когда мы смотрим на это время, мы смотрим на одну сторону, вот, насколько умножилось беззаконие, сколько сейчас зла, сколько вокруг всего, сколько, ну, вот этих законов издается, действительно, правда, но с одной стороны, сколько у нас всего есть. Некоторые, вот я учился немножко на компьютере, то я больше знаю, как интернет работает, как все работает там. И с одной стороны, посмотреть ужасно, действительно, то, что мы можем, для, как бы можно в мире его использовать, и для чего там есть, что в нем есть, конечно. Старшее поколение смотрит на это все, это беззаконие, это идол, это зло, все. А когда смотришь и просто берешь его как вот эту благодать, которая не только в плохом умножилась, но которая в хорошем умножилась, намного, тогда ты видишь, настолько велик Господь, насколько Он сейчас открывает глубины такие, которые никогда в жизни не мечтал, которые, я знаю, многие говорят уже, постарше поколение тоже, что в их времена, как бы там, какие проповеди были, какое слово было, какие служения. И сейчас, наоборот, когда смотришь на эту новую технологию, благодаришь Бога каждый день. Я не знаю, иногда телефон берешь в руки, Господи, слава Тебе, Боже, что мы имеем сейчас? Благодать, которую можно использовать для такого блага, для такой силы, что просто представить невозможно, как бы, как прошлое поколение могло жить без этой благодати, можно даже в этом смысле сказать. Но его также можно использовать на плохое, конечно. Но в чем смысл? Если у нас действительно Христово сердце, мы поймем, осознаем, что все, что Бог нам дарует в жизни, нам важно использовать для чего? Для того, чтобы укреплять сердца наши. Не для того, чтобы разлагать, чтобы нам где-то в чем-то скверниться, что-то делать, то, что не угодно Господу. Но чтобы то, что Он делает, то, что Он дарует нашей жизни, нам не только просто, можно так, пропускать и просто ценить, ой, Господи, слава Тебе, благодать Ты дал нам. Слава Тебе, что Ты вот так помазание такое сделал в церковь, такие все делал такое так чудно, чтобы сказать, Господи, вот сегодня было служение, вот то Ты дал, и вот какое мое сердце теперь. Вот такой плод произошло это семя, вот такой я себе поставил мотив, такой я себе поставил основание твердое на этой благодати, которую Ты даровал, чтобы мне теперь жить вот так или вот так, чтобы Ты теперь открыл мне как бы себя с этой стороны. И я теперь знаю Тебя, Господи, больше, я знаю Тебя теперь с этой стороны. Как важно действительно, мы молимся, я знаю, одной молитвой постоянно. Пастор всегда наглашает, что молитесь громче, там, братья, сестры, а то вас не слышно там. И вот оно записано, вот 2 Коринфянам, 13 глава, последний стишок, вот тут так пишет. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Вот одна молитва, которую мы так себе взяли, как такое провозглашение, как бы просьба. Но какое оно имеет большое значение в нашей жизни? Когда мы просим о благодати, мы что сразу подразумеваем? Господи, помилуй нас грешных. Благодать такая как бы нужна, потому что без Тебя погибнем, все, как бы можно грубо сказать, в ад пойдем, если Ты не спасешь. А тот, кто познал Господа, говорит, Господи, я хочу Твоей благодати, чтобы еще более утверждаться на ней. Что значит благодать? Апостол Павел говорит, благодать не повод к греху, не повод к тому теперь, чтобы грешить, и Бог покроет все прогрешения, Бог спасет. Вот, ну, как бы, можно так сказать, насчет технологий то же самое. Ну, можно делать, ну, потом покаясь, простит Господь, там, посмотрю что-то. А наоборот, вот я буду использовать вот это как tool, как бы, как орудие, которое, с
которым я могу больше познавать Божью благодать, еще более познавать Его присутствие, находиться в Нем, чтобы, что, чтобы, как мы просим тут, благодать нашего Иисуса Христа, которую Он даровал, чтобы нам утверждаться действительно на ней. Вот в нашей жизни я вижу так просто действительно, что наша жизнь, она основана на, как бы, может быть, основана на чем-то таком шатком. Но если мы действительно, приходят какие-то скорби, приходят какие-то искушения или испытания даже Богом посланные, вот тогда проверяется, что все-таки основано, ну как бы даже основано ли наше сердце на чем-то правильном или оно нет. Вот я так заметил просто, когда находишься в общении с Богом, все, что бы Бог ни послал в жизнь, абсолютно все даже, какие-то трудности, мне этот прошлый год, в конце года, начало года тоже, много каких-то трудностей было также таких, я бы не сказал сильно больших, но... И что нравится, когда Бог допускает, ты знаешь, что ты в Его руке полностью. Так приятно. Такая благодать исходит даже из этого, что ты не просишь, Господи, помилуй меня, избави от этого искушения, Господи, слава Богу, что ты это делаешь, потому что я вижу Твою любовь в этом. Часто у нас случаи происходят в жизни такие, которые мы действительно не понимаем. Очень много, как в среду, там, пастор, не помню, это или прошлое, который говорил, что сколько уже смертей было, сколько болезней страшных, таких, которые Бог допускает, действительно. Потому что ничего без Божьей воли не происходит. Все в Его власти, Он позволяет. И как важно в этом увидеть Божью руку, понять Господа самого, чтобы в том, что Он допускает, увидеть Его сердце, увидеть, что Он хочет от каждого из нас. Часто мы просим, Господи, помилуй, исцели, избавь. Вместо того, чтобы просить, Господи, вот Ты благодать вот это, или может такие дела, которые Ты посылаешь, свою любовь, Ты делаешь для чего-то, для чего? Чтобы наши сердца не стали ближе к Нему, можно так сказать, с одной стороны. Чтобы, как бы не заботясь, можно так сказать, от этой храмине, оно одно, что Бог может, можно так сказать, даже Он не заботится особо о храмине, как о том, чтобы твоя душа спасена была. Чтобы твоя душа была ближе к Нему, она стала похожей больше на Него. И, как я вначале говорил, наша цель действительно есть как бы становиться еще более Церковью Христа, которая без пятна и порока, которая еще будет возрастать в познании Господа, в величии Его, чтобы не утверждаться опять на прошлых основаниях каких-то, опять учениях, там, что такое крещение, там, что такое, как бы, там, еще какие-то, как бы, можно, истины, которые мы уже все давно знаем, покаяние, там, еще что-то. Но чтобы нам возрастать в этом, чтобы каждый из нас научился действительно ту благодать, которую Бог дает, преображать не просто в знания, не просто в ритуалы какие-то, а чтобы производить как-то это и вставить это в наше основание. И делать из этого действительно, чтобы наша жизнь была основана на том, чтобы нам понимать Господа. Не просто что-то нас стукнет, как бы какое-то искушение, какое-то постигнет, Господи, где Ты? Уже нету Бога. Но чтобы наше сердце было в то время, вот, Господи, вот иногда я Тебя не слышу, иногда Ты не говоришь прямо к моему сердцу, но я знаю, Ты здесь. Я знаю, что то дело, которое Ты делаешь, Ты делаешь из любви. И я знаю, может, что я сейчас не понимаю всего, но то, что Ты делаешь, я хочу принять так, чтобы это произвело действительно результат в моей жизни. Бог попускает действительно благодать. Иногда то, что как бы некоторые дела, которые Бог допускает, некоторые как бы случаи, оно не всегда принимается нами как благодать. Но потом осознаем, Господи, вот это на самом деле благодать была. А я думаю, это наказание, это скорбь какая-то, что Ты допустил, что Ты меня оставил. А потом я уверен, что в конце жизни мы скажем, Господи, вот не все Ты нам открыл, но сейчас уже в ворот я понимаю, Господи, вот спасибо Тебе, что Ты то сделал, что Ты допустил вот это. Пусть поможет нам Господь действительно, чтобы наши сердца были основаны на Нем, чтобы не утверждаться просто на Слове, на том, что Бог дает, а чтобы это производило действительно результат, и чтобы это было действительно нашим настоящим основанием. Аминь.
Давайте старшие споем общее пение, и во время общего пения будет сбор. Слышим скрипачи и Юлия и Оксана, затем Иван, Анита и Оксана будет трио. Услышим затем группа песня Артур, Вера, Давид и Кристина. Затем, если у нас время будет хватать, Паша, пожалуйста, тоже в твое время, потом хор.
я с тобой, будь только верной до конца, и твердой верою живой, держись, как пастыря овца. В руке моей в себе тревоги, болезнь и скорбь, и жизнь, и смерть. В руке моей земля, народы и голубая. Скорбь сразит в пути тебя, но помни, ты во мне имеешь источник силы для себя. В руке моей все ветры волны, болезнь и скорбь, и жизнь и смерть. В руке моей земля, народы и голубая. Тебя на дланях, и как могу тебя забыть, твои тяжелые испытания, я буду скоро с тобой ценить. Не бойся бури и волнения, не бойся грома страшных боль, с тобою Бог всего творения, с тобою любящий Христос. В руке моей все ветры боли, болезнь и скорбь, и жизнь и смерть. В руке моей земля, народы и голубая небо ответ. Я начертал тебя на дланях, и как могу тебя забыть, твои тяжелые испытания, я буду скоро с тобой делить. Начертал тебя на планях, и как могу тебя забыть, твои тяжелые испытания, я буду скоро с тобой. Хочу извиниться, а сейчас Паша, ваше время, и затем заключительная проповедь. Раз. Я вообще не хотел петь, друзья. Но, видно, так надо. Да, сори. Вы знаете, я хочу минутку рассказать небольшое свидетельство. Может быть, вы видите, вот молодежь впереди сидит. Но вы знаете, есть такие обстоятельства, что они не подконтрольны людям. И иногда случаются такие вещи, которые человек не может что-то с ними сделать. Буквально, может, недавно, месяца три назад, вы знаете, я просто жил нормальной жизнью, и у меня начало в боку вот здесь болеть. Совершенно неожиданно. И очень сильно болело, и после каждого приема пищи я понял, что что-то не в порядке. Знаете, я пошел в больницу, мне сказали, что у меня бактерия, и дали курс лечения, и мне было не сильно весело. И пришлось сесть очень сильно на диету. Может быть, кто-то заметил, что я похудал, да? Я в действительности сбросил 25 паундов. 25 паундов.
Я хочу сказать, мне не было сильно весело. Но вы не переживайте, я могу набрать. Вы знаете, что я хочу сказать, что мне вообще не сильно нравится такие вещи рассказывать. Но я хочу вам сказать, чтобы вы поняли, что обстоятельства стучатся ко всем, сложные, ко всем. Это не важно, проповедник ты или ты кто угодно. Боль может постучаться в любую семью. Вы знаете, как было со мной, я начал узнавать у людей, многие мне советовали, я начал потихоньку выздоравливать, слава Богу. И я хочу сказать, что Бог, Он всегда с нами, друзья, поверьте. Что бы с тобой ни было, ты не должен терять надежду. Если ты молишься, и тебе приходят мысли, что Господь тебя не слышит, это все ложь, это ложь и обман. Бог тебя слышит. Даже если тебе кажется, что Он тебя не слышит, даже если все, что угодно в твоей жизни происходит, и даже все вокруг тебя, может быть, не понимают, тебя отвернулись, Бог все равно тебя слышит, друг. Ты в Его руках, запомни, неважно, что с тобой, какое горе не происходит, ты в Его руках, помни это. И про это я хочу спеть, пожалуйста. Через всю жизнь, из года в год, при встрече и разлуке нас всех ведут, ведут вперед невидимые руки. Нас всех ведут, ведут вперед невидимые руки. Они порой ласкали нас, порой убичевали, когда иссякнет путь, умолкнут речи, звуки, нас в отчий дом перенесут невидимые руки. Нас в отчий дом перенесут невидимые руки. В объятия примет нас Отец для жизни без разлуки, и там увидим наконец невидимые руки, и там увидим наконец невидимые руки.
Церковь Христа и все, кто пришел на это место. А слава Богу, что мы имеем это благоприятное время, еще этот день воскресный, благоприятный, у ног нашего Бога. Я тоже сердечно благодарен всем, кто молились, когда мы с молодежью были на океане, как мы называем это, Илимом. Такое хорошее слово. Это время, где Израиль в пустыне шел из Египта и имели некое, такую сказать, передышку, особое благословение, потому что там, где не было достаточно воды, они пришли когда-то в Илим, и там было аж 12 источников и 70 финиковых дерев. Было где тень укрыться, и достаточно было воды напиться. И вот мы имели это тоже благословение. И так чудесно, знаете, то, что молодежь сами вот, ну, подтолкнули меня на ту тему, чтобы говорить о пробуждении, говорить на такую тему, о которой мало говорят в наше время. Но видно, Господь работает в сердцах молодежи, что они этого хотят. Хочет переживать Божие движение, движение Духа Святого, чтобы действительно слова Писания в наши дни исполнялись, как мы читаем Деяния святых апостолов, как мог Дух Святой тогда могущественно двигаться, совершать чудеса, как каялись в один день по 3000, по 5000. И я знаю, что я, когда был молодой, я тоже жаждал пробуждения. Я об этом очень много говорил, с кем встречусь, с верующими там, или даже бывало там, и, может быть, это на работе или что-то, но, знаете, потом как-то больше перешел к тому, чтобы быть самому пробужденным, чтобы самому быть не спящим, чтобы жизни моей это было. Но сейчас смотрю, Господь что-то хочет делать чудное, видать. Я узнал... Друг моих детей, который в Пенсильвании, там, в колледже, вот, учится, это Давид Вилькерсон его открыл, и там готовит миссионеров, он сказал, что как раз в эти же самые дни они оставили занятия и сделали такой тоже, как кемп, молиться о пробуждении и говорить о нем в то же самое время. И поэтому я верю, что Господь хочет что-то делать чудное. Но вопрос, что от нас требуется, знаете, вот сегодня утром, встав рано, я читал Слово Божие, и меня просто коснулось такое слово. Это книга Левит, первая глава. Смотрите, «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть принесет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его. Вы знаете, когда я сегодня читал это слово, оно как-то коснулось моего сердца. Вот эти, особенно эти слова, что «дабы обрести ему благоволение», благоволение в очах у Господа. И вот важно было здесь исполнить в точности, как Господь сказал, все, и человек приобретал благоволение в прощении грехов своих. Я подумал, а что же все-таки нужно нам, вот, христианам, жителям последнего времени, при Новом Завете, что Господь хочет от нас, как нам обрести благоволение в очах у Бога? Что необходимо сделать для этого?
Передо мной брат и говорил о благодати Божией, которую мы не заслужили. И это правда, спасение даровано нам всем по благодати Божией. Его никто не заслужил. Павел говорит, и сие не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но, дорогие, для чего дана эта нам благодать? Для чего? Апостол Павел, вы знаете, я думаю, это наш любимый апостол, потому что он апостол язычников, за себя говорит такое слово. Смотрите, в 15 главе 1 послания к Коринфянам. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есим то, что есим». Значит, он тоже приобрел вот это апостольство, это служение, эту праведность, спасение по благодати Божией. Но дальше что он говорит? «Но благодать Божия...» «Благодать его во мне не была тщетна, но я больше всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Видите, в жизни апостола Павла была явлена благодать Божия. Он шел неправильным путем, был ревностный гонитель, но Господь открылся ему, явил ему благодать, и он спасся, но говорит, приняв эту благодать, она не была в нем тщетна, то есть напрасна. Я ее принял не напрасно. Оказывается, может человек им получить эту благодать, но тщетно. Он может ее потерять как-то, неправильно дальше живя, может оказаться, что принял благодать, но тщетно. А также к Титу, послание во второй главе, он пишет, для чего явилась эта благодать. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори и увещевай, и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Вот для чего явилась благодать, для чего она нам дана. Чтобы мы, отвергнув грех, нечестие, все мирские похоти, целомудренно, свято, непорочно жили в нынешнем веке. Видите, для чего явилась нам благодать Божия. И вот я прочитал из книги Левит, с первой главы, что можно обрести благоволение в очах у Господа. Но сегодня мы не приносим жертвы, жертвы всесожжения, а все-таки как обрести благоволение в очах у Господа, дорогие друзья? Вы знаете, когда-то сам Иисус Христос, когда был на земле, вот принимая водное крещение, помните, Он вышел из воды, небеса отверзлись, и Иоанн увидел Духа Божия, который снисходил на Него, как голубь, и пребывал на Нем, и слышал народ глас небес глаголющий, который говорит, «Се Сын Мой, в Котором Мое благоволение». Почему же Божие благоволение так было в нем? Библия говорит, что он был послушный Отцу. Был послушен до смерти и смерти крестной. Вот знаете, если мы будем послушны нашему Господу, то мы тоже обретем благоволение в очах Господа. Я прочитал о жертве всесожжения. Это была большая жертва. Всесожжение, значит, если крупного рогатого скота, все дать на жертву, это что-то, наверное, стоило, да? Но помните, Самуил что сказал Саулу?
Говорит, послушание дороже жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Это больше, да? И вот на Елиме, когда мы были, мы разбирали такое слово. Я хочу поделиться все-таки здесь, в собрании. Это описано в 7 главе Евангелия от Иоанна, 37 стих и ниже. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Смотрите, дорогие, здесь Иисус Христос, который есть истина, да? Он сказал, я есть путь, истина и жизнь, говорит, что кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева, то есть из духа, из самой глубины нашей потекут реки воды живой. И вот задается вопрос такой, кто из нас верит в Него? Кто верит в Иисуса Христа? Кто не сомневается, что Он Христос, Сын Бога Живого? Я думаю, практически бы все могли бы встать или поднять руку и сказать, я верю. Но другой вопрос, если поискать в себе эти воды или эти реки. Вы представляете, Христос сказал, не река потечет, а Он сказал, реки воды живой потекут. Это значит несколько, это значит много рек. Вы все знаете, недалеко у нас есть река Колумбия. Представьте себе, сколько воды и что можно сделать с этой рекой, если есть эта река, да? Мы бываем в Мексике, и там мы видим часто реки без воды. Вот в Мексике это проблема. Мы проезжаем мосты, река, но там песок, нету воды. И это проблема. В Мексике там засухи, там нету той растительности, которая здесь есть. А если много таких рек, насколько больше можно сделать? Река имеет такую силу, знаете, что ее невозможно остановить. Если ты на пути поставишь преграду, она все равно либо разрушит эту преграду, либо через верх пойдет и дальше пойдет. И вот Иисус Христос говорит о вот этой великой благодати, о такой силе в тех людях, которые будут верить в Него. Дорогие, вот это в нас есть или нет? Можем ли мы обнаружить эти реки в нашей жизни? Знаете, ответ вот какой, почему порою бывает, что мы не находим эти реки, эту такую благодать. В русском переводе здесь написано, что «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это так, как будто бы только, ну так получается, как бы, если ты будешь верить в Иисуса, у тебя уже потекут реки воды живой. Но знаете, в оригинале и в некоторых других переводах точнее перевод есть. «Кто верует в меня, Иисус сказал, так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». И вот здесь ответ, знаете, почему порою в христиан не видно этого благословения. Многие верят в Иисуса Христа, но не так, как сказано в Писании. А от этого зависит наше благословение, дорогая Церковь Христа. Если мы обратимся к Господу, к Его Слову серьезно, начнем копать, углубляться и исполнять Писание, то мы познаем этого Бога, автора этой книги, и тогда будут течь эти реки. Мы недавно имели запись на радио вот с сестрой Валентиной, у которой сегодня день рождения, я очень рад, тоже благодарен Богу за эту сестру и поздравляю ее. И мы имели такую запись, тема была «О силе имени Иисуса», «О могуществе силе имени Иисуса».
Ведь первые христиане, они постоянно говорили об этом имени. Именем Его они творили великие чудеса. Именем Его бесов изгоняли. И многие чудеса совершались именем Его. И вот вопрос задавался такой, почему сейчас нету того, не проявляется так это могущество, сила этого имени. И вы знаете, может кто-то слушал или нет, как я опять вижу и делился, я объяснял, что имя Иисуса это не просто имя, так вот, ну, как вот мы даем, например, нам понравилось вот, имя красивое и дали своему сыну. В Библии все имена, они отражают сущность. И поэтому надо не просто знать, как произнести имя Иисуса, а надо знать сущность, именно вот эту личность, которая отражает эту сущность. Именно жить так, как Он хочет. И тогда будут совершаться все эти чудные дела и в наши дни. Вот смотрите, что сказал сам Иисус Христос, когда был на земле. «Истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Это чудесное обетование. Вот сегодня говорили о законе, о благодати, да? Я иногда, когда смотрю на праведников, которые жили по закону, и думаю, Господь, как нам далеко еще до них бывает. Хотя бы возьмите Моисея, как он жил, этот человек, через которого был дан закон, да? Как он знал Бога, как он много мог иметь общение с Ним, какая у него была вера, какие дела, чудеса сотворил он, да? Других праведников, Иисус Навин, в чем причина? Кто из современных христиан останавливал солнце или что-то подобное делал? Они жили по закону тогда еще, не было этой жертвы могущей, жертвы Иисуса Христа, но какая благодать, какая сила действовала в их жизни. И в чем причина, дорогие друзья? Вы знаете, за Иисуса Навина написано, что «как заповедал ему Господь через Моисея», значит, ему сказал не сам Господь, а Моисей сказал. Бог сказал Моисею, а Моисей ему сказал. Он говорит, в точности так и сделал. Ни одно слово не упустил, как сказал ему Господь через Моисея, так он и сделал. Поэтому текли вот эти реки, поэтому совершались такие победы и чудные дела, дорогие друзья. И вот Иисус говорит, 14 глава, «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает». И в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. И вот опять, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда Искариот говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? И Иисус сказал ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Вот обетование Божие, смотрите, мы можем верить в Иисуса Христа, но верить не так, как сказано в Писании, и это проблема. Поэтому мое сердечное желание для себя лично и для вас всех, дорогая Церковь Христа, серьезно обратиться к Слову Божию. Как мы верим в Иисуса Христа? Так, как сказано в Писании, так, как учил Иисус, или у нас какая-то своя вера? Мы думаем, и it's okay, и это normal, и так далее.
когда идет вообще вразрез с Писанием. И далеко не так поступали апостолы и мужи веры, которые нам поставлены в пример. Знаете, еще хочу что сказать. Очень важно внимание, важно в точности внимать словам Божьим и в точности исполнить. Мне нравится, знаете, такой пример. Он, конечно, не очень приятный, но когда-то Иисус Христос сказал ученикам при начале своего служения, когда он учил при море, и попросил лодку, а потом говорит им: «Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». И вы знаете, они послушали, но сделали чуть-чуть по-другому. Они закинули сеть. Вот если мы внимательно читаем, по слову твоему закину сеть. И вот закинули сеть, и поймали много, сеть прорывалась. Если бы они бы в точности сделали, как Иисус сказал, возможно, еще больше было бы благословения. И мы можем много найти в Писании, когда люди точно поступали послушание Слову Господа, они переживали благословение. Когда они нарушали Писание, делали не в точно, они теряли благословение. Поэтому пусть Господь поможет и мне, и вам вот серьезно обратиться к Слову Божьему. Мы живем накануне пришествия нашего Господа, и нам важно быть такими христианами, такими мужами и женами, чтобы Господь мог нас употреблять. Да поможет нам Бог. Аминь. Слава нашему Господу, братья и сестры. Считаю вот такое место. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. И 13 стих говорит: «В нуждах святых принимайте участие». Ревнуйте о страноприимстве. Любовь да будет непритворна, и в нуждах святых принимайте. Оказывается, у святых бывают тоже нужды, и бывают очень серьезные нужды, в которых Слово Божье призывает нас принимать участие. Вы знаете, я смотрю на нашу молодежь, столько много энергии, столько много силы, сколько много они могут принести благословения в нашу церкви, в нашей церкви. И вообще для Господа столько много могут потрудиться. И я вспомнил то время, наверное, чуть больше 20 лет назад, я тоже был среди молодежи, и мы тоже проповедовали Слово Божье, но очень часто приходилось проповедовать на евангелизационных служениях. И одно такое служение было, мы проповедовали в кинотеатре, это был зал, наверное, чуть больше, чем этот, длиннее еще, и сцена повыше. И мы расклеили афиши и проповедовали Слово Божие. И в зале было немного людей, несколько, вот там, там, вот так вот, знаете, несколько. И нас, молодежи, тоже было всего, наверное, человек пять. Но мы искренне пели, и почему-то в это время не оказалось никого из старших братьев с нами. И мы пели, а в конце один молоденький, худенький брат проповедовал и призывал к покаянию. «Придите, покайтесь». И я помню то время, как двое молодых людей подошли к сцене и склонили колени, и очень плакали, в покаянии обратились к Господу. Прошло уже время, сейчас этот брат, он пастор церкви. У них родилось 9 детей, и двое детей они взяли приемных с улицы, которые были беспризорные. Они просто, дети привели этих детей, и говорит: «Папа, мама, им нечего кушать, давай они будут с нами». И он говорит: «Мы взяли одного, потом взяли второго». Итак, 11 деток, он сейчас пастор церкви. Сам он круглый сирота, ни мамы, ни папы. Был у него дедушка, который умер и оставил ему свой старенький дом. Этот дом развалился, а там был такой небольшой сарай. Знаете, со временем мы помогли, они сделали так как бы углом этот сарай и построил двухъярусные кровати, одна против второй, мальчики в одной, девочки в другой комнате. И так они, даже не всем кровати, один даже на полу спал. И так они себе там жили, довольно, ну, как бы дружною, хорошую семьёю. Но совсем недавно, я всегда, когда звонил ему, он был такой позитивный, веселый, в настроении. И я ему недавно позвонил, по скайпу с ним разговариваю, а он не улыбается, никакой не улыбки. Ну, видно, что у человека горе.
Оказывается, он уехал на братское служение. Там один раз в год все братья пресвитера собираются для общения. Он уехал туда, и из дому позвонила его дочка: «Папа, у нас дом горит». Сгорела полностью крыша, упал потолок, сгорела одежда детей. В доме холодно, дети, часть живут в одних верующих, часть у других верующих, дома не живут сейчас. И вот братья пришли уже как-то своими силами, хотя бы сделали крышу, чтобы не текло, чтобы не затекала вода, потому что все-таки зима, холод. Но все-таки предстоит большой ремонт. И я, вы знаете, с ним побеседовал, поговорил, говорю: «Брат Славик, не унывай. У нас есть много братьев, сестер. Я им предложу, я им расскажу твою нужду. И я верю, что мы откликнемся и что-то поможем на это дело. И сейчас у нас будет сбор. Я попрошу вас, да благословит вас Господь, чтобы по расположению нашего сердца давайте соберем вот эту жертву, все, что мы соберем сегодня, отправим туда, и чтобы как-то вот эту печаль святых и в этой нужде святых поучаствовали и мы. Да благословит нас Господь». Свое сокрушаем, жертва Богу, дух сокрушенный. Пусть Бог благословит. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его, сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одыре болезни его. Ты изменишь все ложи его в болезни. Кто о бедном помышляет, кто думает, что участие, не только там подумал, посострадал, нет –
свою и участвует. Пусть Господь благословит нас. Вы знаете, у нас очень много молитвенных собраний в церкви. И вот такая одна из еще таких у нас она давно. Ну вот брат Дима там приглашал, списки понаписал насчет молитвы, чтобы за падших детей молились. Столько много объявлений Дима делал. И это, я думал, ну, я Петра предупреждаю, брата, говорю, ну, придут, наверное, места мало будет. Ничего, всего на 4 человека больше пришло. Знаете, братья и сестры, я думаю, вот не надейтесь, что кто-то будет молиться за наших детей. Не надейтесь. Мы должны, раз написали там свое имя, там детей своих, вы должны прийти. Это в субботу молитва. Мы должны прийти и молиться, а нас поддержат. Только тогда сработает. И мы должны ревнителями быть. Суббота, свободная от работы. Почти у всех машины есть. Ну, приехать на один час для молитвы или на полтора, это так важно, необходимо, и мы должны приложить. Не надейтесь, что кто-то вымолит. Мы. Раз скорбь у нас, мы, нас Бог на колени ставит. Не забудьте об этом. Пожалуйста, будем молиться. Каждую субботу за детей молимся. Каждое утро, кроме субботы, здесь молитва. Почему-то одни и те же приходят. А нужд, я знаю, уже у многих у нас. Так что не забывайте, свободны от работы. Стучит Господь скорбями какими-то, идите сюда. Каждое утро молитва в 10 часов. Очень много нужд таких, и все дети. А вот одна, видимо, ребенок, девочка написала: «Дорогая церковь, меня зовут Неля. Прошу помолиться обо мне, чтобы Господь помог мне быть послушной папе и маме. Спасибо, слава Богу». И нам надо, наверное, молиться, чтобы быть послушными Богу. Пусть нас Бог всех благословит. Закончим собрание, поклонимся Господу, принесем эти нужды Богу.